В Средиземноморье продолжаются спасательные операции. Итальянская береговая служба спасла около 500 беженцев. Среди них более полусотни женщин и 40 детей. Мигранты пытались добраться до Европы на простых рыбацких лодках. Сейчас их доставили в Сицилию. Большинство нелегалов родом из Сирии и стран Африки. Также среди них оказались и выходцы из Бангладеш. Отмечу, с начала года береговые службы спасли более 50 тысяч человек.